Всем добрый день! Если вы смотрите это видео, наверняка вы столкнулись с проблемой выбора самогонного аппарата. Сегодня хотелось бы рассказать о такой серии самогонных аппаратов, как серия «Приятель». Давайте приступим. Все самогонные аппараты «Приятель» выполнены из нержавеющей стали, которая экологически чистая, безопасная, и вы можете не беспокоиться, что ваш продукт будет пахнуть посторонними запахами или нанесет вред вашему здоровью. Все наши аппараты, которые здесь представлены, они могут быть исполнены на различных литражах кубов перегонных, вот, начиная от 10 и заканчивая 100 литрами. Все перегонные кубы, они выполнены на дорогостоящем немецком оборудовании методом лазерной резки. Все швы проварены с помощью аргонной сварки, потом тщательно зашлифованы и отполированы. Поэтому внешне эти аппараты идеальны, они блестящие, красивые, подойдут и в качестве отличного подарка для ваших родных и близких. У каждого перегонного куба есть, соответственно, горловина заливная. Она довольно-таки широкая, то есть вы с легкостью можете туда опустить руку, прочистить все соединения внутри этого куба и можете не беспокоиться, что у вас во время перегонки в последующем будет пригорать брага. Вот. Герметичность соединений между флацем аппарата и перегонным кубом обеспечивает силиконовая прокладка. Обратите внимание, что у наших аппаратов она именно из силикона. Силикон не дает неприятного запаха, не дает неприятного вкуса, цвета самогона и так далее. На большинстве аппаратов можно заметить резиновую прокладку, что не есть хорошо. Все самогонные аппараты серии «Приятель» выполнены из нержавейки толщиной 2 мм сами дистиллятора и 1,5 мм перегонные кубы, что обеспечивает их надежность, безопасность во время эксплуатации. И данные аппараты вам прослужат долгие и долгие годы. Теперь перейдем к каждому аппарату по отдельности. Итак, приступим к обзору самогонного аппарата «Приятель». Это серия «Комфорт». Что хотелось бы сказать об этом аппарате. Вы видите модель на кубе 10-литровом, вот, но также объемы кубов бывают еще больше, соответственно. Вот. Данный перегонный куб вы можете нагревать на любом типе плиты. Газовые, электрические, в том числе современные индукционные. Перейдем к самому аппарату. Данный аппарат совмещает в себе и классическую форму дистиллятора, и вертикальное типостроение. За счет такого вертикального типостроения у вас происходит двойная степень очистки. Во время перегонки у вас пары поднимаются по этой колонне, тяжелые вредные фракции опускаются обратно и вниз, а легкие пищевые фракции идут дальше уже в змеевик. Далее, у вас на колонне также расположен сухопарник, в котором оседают вредные сивушные масла. В этом сухопарнике вы можете увидеть, что есть специальный слив. И не останавливая перегонку, вы можете открыть заглушку и сразу, собственно, осуществить слив вот этих вот вредных сивушных масел. Далее. Пары, поднимаясь по колонне, переходят в пароотводную трубку. Вы обратите внимание, что она довольно-таки толстая, порядка 1,5 сантиметра, что обеспечивает большой объем прогоняемого пара в змеевик. Далее, собственно, по этой пароотводной трубке пар переходит в змеевик. Змеевик, кстати, у нас удлинен, он порядка 1 метра. И вдобавку у него увеличенный диаметр 8 мм. То есть, если брать другие аналоги аппарат, то у них 5 диаметр змеевика. И это не есть хорошо. Наш змеевик обеспечивает и высокую производительность, и достаточное охлаждение вашего готового продукта. Ну и, соответственно, на самом холодильнике есть 2 штуцера, они предназначены для подвода, отвода воды, которая осуществляет, собственно, охлаждение. Теперь рассмотрим самогонный аппарат «Приятель» Bright Plus. Что из себя представляет этот аппарат? Данная модель представлена на 12-литровом кубе. Как я ранее говорил, вы можете приобрести и другой объем перегонного куба. Он также нагревается на всех типов плит. Газовая, электрическая и современная индукционная плита. Как работает данный аппарат? Спиртовые пары, которые испаряются в процессе нагрева браги, поднимаются по колонне,
Что хочу сказать о колонне. Она диаметром 40 мм, представляете, целых 4 сантиметра. Тем самым у вас через нее проходит большой объем пара, и тем самым производительность этого аппарата может достигать до 4 литров в час. Это очень большая, значительная производительность. Что плюс этой колонны? В нее вы также можете заложить насадку Панченкова и тем самым дополнительно укреплять свой получаемый продукт. Как работает? Спиртовые пары поднимаются по колонне, и вредные сивушные масла у вас обратно стекают вниз, а легкие пищевые фракции у вас проходят дальше. Вот. Тем самым происходит очистка и укрепление продукта. В верхней части колонны находится термометр, с помощью которого вы сможете с легкостью отслеживать температуру пара. Далее, пар проходит в такое устройство, которое называется сухопарник. С помощью него происходит также дополнительная очистка. Здесь скапливаются вредные вещества, которые во время перегонки вы можете с легкостью открывается и, собственно, вылить, даже не останавливая сам процесс перегонки. К тому же в этот сухопарник вы можете заложить растительное сырье, тем самым облагородить свой продукт. После сухопарника пары переходят в холодильник. Холодильник представляет собой емкость, в которой находится змеевик. Змеевик мы специально удлинили, то есть его длина составляет порядка 1 метра. Вдобавок еще диаметр трубки змеевика стал уже 8 мм, не 5 мм, как у многих моделей старых. Вот, тем самым обеспечивается и высокая производительность, и достаточное охлаждение продукта. По толщине металла сам дистиллятор выполнен из нержавейки 2-мм, перегонный куб 1,5 мм. Отличная модель для дома, для дачи, для подарка, для друзей. Рекомендую. Теперь рассмотрим аппарат Приятель Pro. Данная модель представлена на кубе 15 литров. Также она способна нагреваться на любых типах плит. Газовая, электрическая, индукционная. Вот. Также здесь имеется широкая горловина, с помощью которой вы можете легко промыть перегонный куб. Что представляет собой аппарат? Этот аппарат предназначен для тех людей, которые хотят получить более крепкий, более чистый продукт. За счет чего это происходит? У аппарата есть вертикальная колонна, внутри которой находится специальная насадка, называется насадка Панченкова, и служит также для очистки и укрепления продукта. Далее мы видим с вами дефлегматор. Для чего он нужен? Подсоединяя сюда холодную воду, вы можете охлаждать спиртовые пары, которые поднимаются, в результате образуется флегма, и эта флегма, контактируя с исходящими парами, образует более укрепленный продукт, более укрепленные пары, которые поднимаются выше и уже попадают в холодильник. Холодильник выполнен в виде водяной рубашки. И тем самым у вас на выходе может получиться продукт крепостью до 90 оборотов. Вот. И для того, чтобы отслеживать температуру пара, также на верхней части этого аппарата расположен термометр. Вы можете контролировать температуру довольно-таки удобно. И в комплекте с ним есть, собственно, как всеми моделями Приятель, шланги для удобного быстрого подключения к вашему водопроводу. Сейчас я расскажу вам о самогонном аппарате Приятель. Модель называется Turbo. Данная модель представлена на 35-литровом кубе. Также вы можете приобрести и на других петражах. Почему называется двойной перегонки? Если вы хотите получить продукт более очищенный, более крепкий, эта модель именно для вас. Эта модель вообще новинка в линейном ряду самогонных аппаратов Приятель, и аналогов на данный момент не существует. Как он работает? Вы заливаете брагу, перегонный куб, начинаете нагревать, спиртовые пары у вас поднимаются, проходят через вот эту вот трубку и поступают в первую колонну. Тут происходит первая степень очистки. По сути, вот эта колонна представляет собой сухопарник. В ней скапливаются вредные вещества, которые вы сможете слить с помощью вот краника, расположенного в нижней части этой колонны. Далее, очищенный пар, очищенная фракция, дальше проходит по трубке и переходит в холодильник. В холодильнике находятся два змеевика. Поступает этот пар сначала в первый змеевик, охлаждается и в виде дистиллята стекает в промежуточную емкость. Давайте я вам ее покажу.
такая вот есть вещь, такая промежуточная емкость, которую покупает дистиллят. В дальнейшем под действием температуры браги дистиллят в этой емкости начинает снова нагреваться и снова испаряться. В результате этот дистиллят поднимается по второй колонне и поступает уже во второй змеевик в холодильнике. Там он охлаждается и выходит в виде уже готового, укрепленного, чистого продукта. Как и сказал, аналогов этого аппарата нет. И если вы хотите получить качественный продукт, получить его быстро, то этот аппарат именно для вас. Производительность его составляет до 4 литров в час. Рекомендую.